Ученые из Бельгии и Нидерландов обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Это выявилось в ходе исследования на предмет восстановления пациентов после COVID-19. В исследовании отмечается, что у переболевших в легкой форме даже после лечения на протяжении как минимум 3 месяца сохранялись те или иные симптомы болезни. Так, 98% пациентов чувствовали постоянную усталость, 90% жаловались на мышечную слабость, также наблюдались проблемы со сном и различные боли. При этом у 86% больных ранее не было подобных проблем. Ученые отметили, что влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно, и необходимо уделять больше внимания подбору вариантов лечения этих пациентов.